Видно все. Лицо Ротару сняли ближе, чем обычно. Фица вышла в толпу поклонников, несмотря на опасность заражения ковидом. София Ротару есть и остается одной из самых востребованных артисток, выступающих на корпоративах. Настоящие поклонники творчества певицы не пожалеют и 60 тысяч евро на то, чтобы позвать ее на частное торжество. Такой высокий ценник позволяет ей ни в чем себе не отказывать и не тратить силы на гастроли. Частные концерты стали главным источником заработка Ротару последние годы. Накануне Ротару выступала для гостей мероприятия Валида Арфуша, известного медиа-менеджера. Несмотря на все еще опасную ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, София Михайловна не побоялась подойти совсем близко к гостям. Однако все же попросила всех держать дистанцию. 73-летняя звезда эстрады поражает окружающих своей молодостью. Эксперты уже давно пытаются разгадать секрет красоты Ротару. Очевидно, что она прибегает к пластике, однако она не превратилась при этом в жертву хирургии. Напротив, она выглядит максимально естественно. Одно время говорили, что София Михайловна перед выходом на сцену клеит на лицо тонкую и почти незаметную силиконовую маску. Кажется, время не властно на Софии Михайловной. На видео с праздника видно, что лицо Софии Михайловны хоть и меняется, но остается таким же гладким и подтянутым. Стареет все-таки, но все равно по-прежнему отлично выглядит. Оценили вид Ротару фанаты.